мы собираемся поднимать панельку весом где-то 150-200 килограмм с помощью блока и другой конец зацепив за этот Land Cruiser. Денис, пенопласт арка строишь? А? Пенопласты не забудьте. Яков Турбан. Все, Land Cruiser начинает движение. Вперед! Давайте. Угу. Начинаем движение. Все, тянем. Вот, поднимается потихоньку. Поднимается. Стоп! Там снизу чистят, поэтому. Главное, чтобы там он не улетел. Да, сверху. Там просто шестерка проволокой привязали. Что там, Денис тоже снимаешь, что ли? Фоторепортера побежала. Да. На такое событие. Зрелище. Зрелище непростое. Все. Поехали, говорят. Поднимается. Так, хорошо, ровненько, плавно поднимается. Так, вроде все. Да. Если сделать к этому блоку, к этой системе электромоторчик, вообще нормально будет работать.